Итак, приехал чехол на руль из Китая. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что ж там все-таки у нас по качеству. Вау! Вот такой вот чехол. Прошивочка хорошая. Показываю узор, чтобы было видно. Взяла на свою машинку, для своей Тойоты. Вот такой по качеству нормальный внутри. Вот так. Будет теперь руль в новом чехле. Поехали! Би-би!